Рядом теперь возле него этот самый тоже, видишь? Да. От него отлетело. Это по-любому, мне кажется, какой-то маточный корабль прибыл. Потому что вот рядом возле него, слушай, смотри, с левой стороны от него красная точка отделилась. Но она слишком круглая, слишком большая. Это не какой-то точно не фонарь, потому что вот я приближаю фонарь. Как Смотри, он интересно. маленький, дохленький, вообще непонятный. Ты здесь уже живешь очень много лет, и такого еще не было здесь ни Не, вот разу. такого крупного, чтобы было прям надо и Георгием, такого не было, понимаешь? Не было с правой стороны, над Меганомом были тарелки разные. Они часто бывают, каждую ночь практически. А вот такого огромного и прямо вот в этом месте, на небесном небосводе, такого не было еще. Получается, над Арт-Тавридой они там висят. Нет, тарелки висят над Меганомом, тарелки висят там над двумя сестрами. Еще чуть-чуть дальше, в сторону Коктебеля, вот те места, надо, называется это место, Бугас, над Бугазом тоже часто зависают тарелки, Ну, смотри, тарелки она, смотри, висят. как светится. Ну, это явно не фонарик какой-то. И там, тем более, нету, это же, ты говоришь, ни ПВОшек, ни метеостанции, ничего такого нет. Нет, во-первых, ну это очень высоко над Георгием, понимаешь? Это явно кто-то прибыл из Откуда-то. других цивилизаций и миров, да, слишком яркая, большая, очень сильная. Видишь, от него отлетает какой-то тоже, ну, типа маленького какого-то объекта и обратно прилетает в него. Ну, почему-то камера этого не передает. Ну, там момент какой-то был. Тем более, даже если был бы костер, он бы не был бы таким идеально круглым по факту. Вот, смотри, сейчас только что было. Прямо с левой стороны от него видно, что какой-то объект проявился, тоже маленький, светящийся. Ну, какое наблюдаемое дивное. Вот, вот, Да, вот да, да, видишь, да, да, видишь, да, да, вот да, оно, да, он да, прям, да. вот оно, он прямо возле него, как будто бы они соединяются. Он в него влетает или вылетает. Вау, вау, вот это вот дивно. Полетели, как говорится, нормально. Может, вообще маточный корабль или какие-то там инсектоиды прибыли. Вот раз, видишь, Оп. опа, соединились, засветилось ярко, Да, да? да, да, да. О, видишь, еще сильнее. Она еще и это вспышками идет. Да. Нет, рядом он раздвоится. Видно, что двое вообще опять вместе. О, опять, видишь, пришел к ним, Да, да, подошел да. еще один. Ну, камера передает просто, что как будто слева что-то, как будто ну, появляется и это. Ого, глянь, как ярко стало. Ого, офигеть, Вот она аж это белая. да. Камера-то, конечно, все не, вообще не. Она была желтая, теперь стала просто белая. Слушай, прямо же невыносимо на него смотреть так ярко. Да, блин, у меня мурашки. Нас сейчас Вообще аж похитят с тобой. больно. Глазам аж больно, представляешь? Сейчас Вообще. нас инициируют, и у нас откроются сверхспособности, Вот, люди. смотрите, я поймал ракурс, он просто светится, и он то желтый, то белый. Да, мы готовы принять А инициацию сегодня какое число? вышнюю, 16 число. 16 сентября 2022 года. Время примерно после, по-моему, после 9 часов, да? Все, она сейчас опять маленькая, бледненькая, желтенькая стала. Тихо, успокоилась А до этого ярко, как будто что-то взорвалось внутри, да? Вспышка была. она. Ну, это может быть какой-то, знаешь, там, поток какой-то плазмоидный, я вам еще не сделал, либо лазерный какой-то. Ну, вот она пока что опять вошла в свой естественный световой поток. Ведь до сих пор еще держится. Это город Судак. Это Крым. Сурож. И вот такое вот чудо чудное. Да. Ну смотри, ее даже колбасит. Она, если был бы какой-нибудь вертолет или самолет, он бы не был таким идеально круглым бы и на месте так долго бы не И болтался так бы. идеально не стоял бы это. О, опять видишь, засветился ярко. Опять ярко-ярко. И потух. Такая мгновенная вспышка такая. Да, вот. Небольшая.
Она, кстати, переливается еще всякими разными цветами. Тоже интересно. Я здесь вообще впервые такое наблюдаю, на самом деле. Но, честно, я за тоже много лет жизни, все-таки за 13 лет, вот такую яркую объект не было. Было много на цветком за все это время разных тарелок, там, пролетали, перелетали, в порталы уходили, но вот чтобы так вот, нет. И тем более вот на этом месте. И так А, долго. на этом месте не было еще ни На разу? этом никогда не было вообще. Ну, не то, что никогда, вот за 13 лет, то, что обозреватель, зритель смотрит сейчас. Не, ну серьезно, что-то интересное. Там, ну это точно не фонарик какой-то. Смотри, даже колбасит. Смотри, смотри. Смотри, дергается. Потухло. Интересно, чего? А ты же помнишь момент, когда она уходила? Да, да, Потому да. что она исчезала, затем опять Смотри, смотри, смотри. появлялась. Ее трясет. Это не я руками трясу. Ну и явно не военные там трясут все это дело. Мы просто до этого вышли, было что-то яркое, и потом оно. Опа, видишь, точка еще одна. Да, две вспышки, и оно потухло, короче. Мы такие думаем, ну и ладно, типа, что-то было. А сейчас она опять появилась. Инсектории. Да. Интересно, конечно, интересно. Больше знаешь, что интересно? Это какие-то события отложат на судаке или нет? Сто Что-то процентов. будет какие-то Сто здесь процентов происходить? всегда прилетают вот такие тарелки для того, чтобы что-то сообщить, передать информацию. Ну там же как раз в тех краях получается и Меганом, и Таврида там, и вся движуха Нет, там, да? Жень, Меганом находится в правой Правее? стороне, намного дальше, чем это место, то, которое мы сейчас То есть, наблюдаем. получается, четко над Айгеоргием. Да. Меганом находится намного дальше, то бишь правее, туда вот, Угу. южнее. Интересно, конечно, интересно. Или же юго-восточнее. Вот какие-то такие вечерние истории. Дивы дивные. А было бы хорошо бы снять бы, может быть, через крышу дома, чтобы было видно, что находится сама эта точка яркая, да? Звезда, загоревшаяся на небосводе в этой ночью. Надо, что она над крышей находится. А ее ночью не видно будет. А, ну, в принципе, да, даже. Вон, даже он слизит, видишь, фонарики. Да, и вот фонари, находящиеся рядом с нами, буквально от нас находятся они, ну сколько? Ну вот, они как светятся. Полкилометра Да, примерно, да, да, метров да. 500 примерно. Это, да, даже меньше, метров А это прям 300. где-то над горой, реально. Вон И точка. какая сила свечения. Ну это явно Вот. не какой-то фонарик. Да, вот самый ближний фонарь, это 300 метров от нас. Угу. Самый ближний фонарь, самый большой. Метров 300 от нас. А вот точка какая огромная на небосводе. И она, видишь, вот фонарик ближний, да, самый нижний, возле садика. И вот, Ну вот, давай сейчас я его да, приближу. вот он, самый ближний фонарик, размер, он находится от нас 300 метров. Угу. Находится возле садика, с правой стороны садик находится. Это он И кажется дорога. очень маленьким. И вот поднимаем наверх, чуть-чуть меньше его. Представьте себе, А какой до это же вот Георгия размер. сколько? 6 километров? Ну да, Георгия, примерно, да. Ух ты, Ну опять, видишь, засветилось ярко. вот. Угу. Все, О, готовьтесь, те, кто о, 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 видел что-то происходит. сегодня, получат сверхспособности. Телекинезы и всего остального. Угу. Но это явно не Телекинезы. фонарь, она слишком как-то не так светится. Как-то реально плазмоидно, ну, знаешь, как будто такой энергетический шар какой-то. Да.
Интересно, она сейчас будет исчезать или она сейчас до утра так будет болтаться? Ой, да они могут потом летать по всему, над всем Судаковым. Такое часто бывало, бывает. Вот видишь, тоже сейчас с левой стороны, возле них точка находится. Ну, камера что-то не передает ее. Ну, по крайней мере, ну, опа. Опа, оп. Заглохли. И как это? Как это понимать? Вот они заглохли, вот они замолчали. Их нет. Охренеть просто. Все. Ну вот, что хотите, то и пишите. Сами все видели, что-то интересное. Как вы думаете, реально, что это было, дорогие друзья, зрители? Явно что-то реально. Я впервые такое вижу, на самом деле. Впервые. Офигеть просто. Офигеть.